приятно вас видеть. И вы видите, что великолепнейшим венским вальсом вас поприветствовал образцовый ансамбль бального танца Дворца детского творчества «Весма». Именно как знаменитый ветерка и переводится название ансамбля. Легкость и изящество, грациозность и темперамент – это наша любимая «Весма». Множество светлых и радостных минут переживаем мы вместе с нашими юными артистами, не так ли? И наши с вами аплодисменты бурные от всего сердца. Это итог тесного содружества детей, родителей и великолепнейших педагогов Татьяны Александровны Матеша и Светланы Степановны Несмашной. Творить значит работать. Именно так считает руководитель кружка бального танца Светлана Степановна Несмашная. Встречайте, пожалуйста, на сцене ее юные воспитанники с потрясающим, самым романтическим танцем-вальсом «Под небом Парижа».